с утра и нет хорошего настроения. Я знаю, как это исправить. Не, ну конечно, винишко это прекрасно. Но не с утра же. А ты пробовала выносить мозг своему парню прям с утра пораньше? А за что? В смысле за что? Он заходил в WhatsApp 5 minutes ago, но так и не написал тебе любовную поэму. Ага. Вынести мозг. Ты видишь, как он лайкает фотографии своих друзей, но не звонит тебе и не умоляет о встрече. Вынести мозг. Он написал тебе с добрым утром. Без смайлика. Вынести мозг. Вынести мозг. Вынести мозг. Выносим мозг! Твой мужик навряд ли справится. Но какое ты удовольствие получила в процессе. Да! Представляешь, мы с ним расстались. Ну он просто мудак. Конечно, мудак. Но он дебил. Дебил. Что он мизинца твоего не стоит. Слышь, табелями будут твоего подъезда падать, а он еще прощения будет просить. Алло, Саш, привет. Ну как с Антоном? Да все хорошо, мы помирились. А я говорила, я всегда говорила, какой он классный парень. Как он тебя любит, да? Какая вы классная пара. О, Тат, а это его бывшая. Саш, ну объективно ни о чем. Ну, просто вот баба тоже. Ни о чем. Она такая страшная. Просто рядом с тобой. И нет. Жирная. Капец, ну просто ни рыбы, ни мяса. Ну как он мог в такую влюбиться? Не знаю, не знаю. Саш, смотри, я капец жирная. В смысле, ты вообще не жирная? Вот кто здесь жирный, так это я! А ты это вообще стройная! Саш, вот ты такая стройная! Сравни, сравни просто, ну ты худая! Успокойся, вот эти твои законы, вот ты стройная, я не стройная, мне пора будет. Иди съешь булку, хватит! Да булку, хватит! Тата, мне кажется, у моего бывшего появилась тёлка! Сейчас проверим. 13 лайков, 3 комментария, общая геолокация, Moscow Russia. Они по-любому встречаются. Нет! Тата, чем мы все дома-то сидим? Да реально, сегодня же суббота. Блин, давай сходим куда-нибудь. Куда? Ну не знаю, давай в кино. Нет, а давай в клуб. Блин, давай лучше в кино. А давай и в кино, и в клуб. А давай, давай, еще раз. Жаль, опять не дошли. Да кому нужны эти клубы? Лучше дома смотрелся. А вот это что? Парня нашла. Парня нашла, да. А, я и парень. Я влюбилась в такого мальчика, он такой красавчик. Господи, ты бы видела его глаза. А его машину. Он футболист. Как я обожаю футбол. Девчонки, я влюбилась. На этот раз все точно. Он, знаете кто? Знаешь, кто он? Он боксер. Господи, у него такие руки, такие плечи, такие. Какие руки, блин, на том деле был. Я футбол вообще не могу терпеть. Короче, я влюбилась на этот раз все точно и окончательно. Ребята, я влюбилась в такого мальчика. Что? Снова? Чё, опять? Что значит опять? Что значит снова? Да, он такой начитанный, такой красивый. Это моя судьба. Я прям чувствую. Ален, я влюбилась в одного мальчика. Девушки, это вам. Да, да, спасибо. Посмотри на официанта. Посмотри, какой он красивый. Боже. Ален, да, опять влюбилась. Интересно, в какой он ресторан меня поведет? Ну, конечно, в ресторан, я больше никуда не пойду. Слушай, Маша, а может мне книжек взять для умного вида? Да не волнуйся, перед этим свиданием мне вообще без разницы. Ха-ту! Плевать я хотела на это свидание. Что делала? Да я в библиотеке была. Кушать хочешь? Ну, немножко. Куда поедем? Да мне без разницы. Друга, привет. Ты помнишь вообще, что вчера такое было? Я вообще ничего не помню. Ты что, вообще ничего не помнишь?
Но это на самом деле и хорошо. В общем, мы зашли в клуб. И, кстати, ты со своим бывшим теперь снова встречаешься. Ты помнишь это? Что? Пошли еще в один магазинчик зайдем. Какой еще магазинчик? Нет, никаких магазинов, никаких магазинов. И вот это тоже хочу. И вот это хочу. Саша, ну как? Как всегда, идеально. Ты что, сфоткала? Да все, сфоткала, уходим. Мам, закрой. Ой, да господи, кому ты нужна? Что-нибудь подошло? Нет, ничего не подошло. Все, отвратительно сидит. А ты что, эту юбку-то не купила? Была бы она немножко другого цвета, да и я была бы на размер похудее. Ну и фасон бы другой. Тогда, может быть, и купила бы. А так, не судьба. Ну что, Саша, дошло? Сколько? 5000 за какую-то тряпку? Дождемся скидок, потом купим. А у бывшего-то новая девка появилась. Она такая страшная. Ты думаешь, как я это узнала? Как? Проще простого, по лайкам. Пойдем пожрем, может. В Маке, говорят, акция. Сфоткай меня. Короче, подруга, столько сплетен у меня есть. Смирнова, прикинь, грудь накачала. Артем зажимал недавно Светку. Нет, ну ты представляешь, Светку. Я в шоке. Давай, усаживайся, у меня еще столько сплетен. Я просто все знаю. Все сплетни города мои. Недавно из Сочи приехали. Вообще так отдохнули, классно. Как у тебя-то дела? Ну, мы недавно из Греции прилетели. Ну ладно, потом расскажу. Вот, а сейчас... Смотри, какой мальчик симпатичный идет. Вот это глаза у него. Какие накачанные глаза. Ты только посмотри вон на эту девку. Ни вкуса, ни стиля, ни хрена. Может, сегодня для блеска глаз? Хотя я знаю наш размерчик. 2. А лучше 3. Всем хорошего настроения и спасибо за просмотр.